Время бизнес-новостей на канале Кубань-24. Здравствуйте. И прямо сейчас расскажу, как в России повышают уровень конкуренции в госзакупках и какие проверки больше не грозят бизнесу. Теперь обо всем подробнее. Конкуренция в законе. Правительство России предложило законодательно повысить уровень конкуренции при проведении государственных закупок. Соответствующий документ появился в базе данных Нижней палаты парламента. Поводом для создания этого акта стали данные мониторинга, согласно которым государственные и муниципальные предприятия в 2014 году закупали либо у единственного поставщика, либо использовали иные неконкурентные способы. Некоторые заказчики скрывают сотрудничество с единственным поставщиком и создают на рынке недобросовестную конкуренцию. За год выявлено нами более 300 нарушений в области госзакупки по краю. Общая сумма около 13 миллиардов. Вот. Частично это, конечно, имеет признаки просто неграмотности составления документов. В части проглядываются вопросы сговора или коррупции. В этой области хотелось бы больше привлечения граждан в каждом своем регионе, контроль не только за проведением торгов, но и за исполнением. Авторы поправок в законодательные акты по вопросам госзакупок считают, что государственный контроль существенно повысит эффективность расходования бюджетных средств при осуществлении закупок государственными и муниципальными унитарными предприятиями. А в России их работает почти 12 тысяч. В 2014 году сумма сделок по госзакупкам приблизилась к 2 триллионам рублей. Обогнали цель. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что к 2018 году 70% государственных услуг должны перейти в электронный вид. Он подчеркнул, что более половины федеральных структур не назначили ответственных за использование информационных технологий для взаимодействия с гражданами. Есть проблемы и с совместимостью информационных систем. В Краснодарском крае поставленные Медведевым цели уже достигли. 78% или 130 видов государственных услуг кубанцы могут получить в электронном виде. Для наиболее удобного использования регионального портала сейчас мы проводим работы по его модернизации. И буквально через месяц граждане увидят его обновленную версию. Наибольшим спросом пользуются услуги по субсидированию предпринимательской деятельности и лицензированию. Министерство связи и массовых коммуникаций России предлагает создать облачную информационно-коммуникационную структуру для хранения и передачи данных. Этот инструмент позволит сократить расходы бюджета. Сервисом смогут пользоваться государственные структуры и коммерческие, разумеется, на платной основе. Премьер подчеркнул, что перед запуском новой платформы нужно обеспечить информационную безопасность и стабильность системы. Контроль, надзор и риск. Правительство России утвердило план мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в стране в этом и следующем году. В план вошли меры, которые должны повысить степень защищенности ценностей, охраняемых законом. Кабмин намерен снизить административные и финансовые издержки предпринимателей при проведении проверок. Оптимизация ждет трудовые, материальные и финансовые ресурсы, которые используют надзорные органы. В течение года должна усовершенствоваться процедура проверки бизнеса. В стране появится система оценки работы контрольно-надзорных органов. Из числа обязательных требований к предпринимателям уйдут устаревшие, дублирующие и избыточные, а проверяющие органы будут применять риск-ориентированный подход. Это значит, что периодичность и продолжительность проверок будет зависеть от категории опасности, которая характеризует деятельность предприятий. Мягкое импортозамещение. Администрация Краснодарского края поддержит инвестиционные проекты в мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Например, производство вакуумных прессов для склеивания элементов мебели появится в Краснодаре, а производство поролона для матрасов и мягкой мебели станет отрадной. Краевые мебельщики могут рассчитывать и на помощь администрации в участии в государственных и муниципальных закупках. Об этом стало известно на профильном форуме ЮМИЦ, который на днях прошел в Краснодарском многофункциональном комплексе. Экспозиция форума заняла более 36 тысяч квадратных метров. Участниками выставки стали более 350 российских и зарубежных производителей и поставщиков оборудования. Из них более 40 – кубанцы. Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Алтухов договорился о сотрудничестве с руководителями зарубежных производителей деревообрабатывающего оборудования. Возможно, на Кубани локализуют производство отдельных его видов. К середине недели валюты потеряли устойчивость. Доллар потерял более 30 копеек и стоит теперь 68 рублей 52 копейки. Евро подешевел до 77 рублей и 81 копейки. Такими были самые интересные деловые факты к данной минуте. До свидания.